Соответственно, день, ну, как говорится, судьба на Кимов зашла, не обошла и в трагическую. Здесь очень небольшая это невральные доски, посвященные некоторая судьба сводила так, что и, казалось бы, закончил Нахиловское училище, а погиб в Афганистане. Это Фёдор Глазков. Если кто не знает его судьбы и истории, могу рассказать, что закончил училище, поступил в высшее военно-морское училище, потом служил подводником, поступил в Академию ГРУ, или она называлась Советской армией в советский период. И после окончания был направлен в разведцентр Кабул. Непосредственно в Афганистан, как раз там происходили все эти события войны. И на лёте, на вылете на боевое задание, вертолёт был подбит, то же самое Костя Несмеянов, закончив училище Нахиловское, приказом был отдан о поступлении в высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова, поехал в отпуск, но при оказании помощи сотрудникам органов внутренних дел по задержанию преступников был смертельно ранен и умер. Вот два человека, о которых нахимовцы знают, помнят о нем. И благодаря выпускникам 1963 года, особенно тех, которые прошу прощения, 66 года, которые собрали средства и заказали и изготовили мемориальную доску, посвященную памяти Константина Несмеяна и Фёдора Гладкова. Вот такая предыстория. Одним из организаторов всех этих мероприятий был, в том числе, и Александр Пучков, который здесь присутствует. Вот такая небольшая преамбула сегодняшнему открытию. Раскрытие, пожалуйста. И вот еще вот, как друзья и однокашники Феди Гладкова, по инициативе Евгения Бекренева мы издали памятный альбом со страницами жизни, фотографии Гладкова и дискету. И хотим передать это в музей все, чтобы это было там хранилось. Спасибо. Ну, есть еще желающие кто-то сказать слово? Можно я скажу? Мы собирали деньги со всего выпуска. Вот. И я думаю, что вот эта доска мемориальная, которая сейчас будет открыта, это будет напоминание всем учащимся Нахимовского училища, что здесь в 1966 году закончили обучение Нахимовцы, и память о нас, о нашем выпуске в этом доске нашими героями будет на века. Я думаю так. Правильно? Правильно. Есть еще желающие сказать? Тогда позвольте мемориальную доску, посвященную памяти нахимовцам Фёдору Гладкову и Константину Несмеяну, открыть. Вот, я думаю, что достойно. Нахимовцы, по крайней мере, будут проходить, обращать внимание и знать нахимовцев, которые проявили героизм, мужество, вообще человеческие качества. В частности, Костя Несмеян, ну и Фёдор Гладков, который же при выполнении воинского своего долга. Теперь, товарищи, можете походить по музею, пожалуйста, вам предоставляется возможность. Любые, не только здесь, в главном корпусе, потому что там тебя снимут. Сейчас я повернусь. Может, раз налево у вас, да. Наш первый раз. Может, раньше.
Здесь, 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 зд